вот насос менять. Крыша не поднимается. Какие симптомы у него. Да. Когда нагреется, ни хрена не поднимает. До половины только поднимает и все. Сейчас только самое главное, чтобы вы не перепутали. Очень важно это. Сейчас мы должны открутить эти все, расслабить и повытягивать. Сейчас надо вот это переставить сюда. Тут номера стоят тоже. I can't believe the pump is broken. Is that new? Первый есть у нас. Снимаем мы сейчас 31. Взял инструменты те, которые, блядь, пистолетом можно работать. 31.
снял вообще 11 или какой.
Так. Все. Сейчас будем переставлять проводку. Идет здесь. Нажимай. Идет, пускай идет. Somewhere in the pump, isn't it? Down there. Там помпа включается. Давай, заливай. Все, хватит. Там же было масло. Ничего не было, ничего они не было? Вылили все. О, масло там, коробка, блядь. Масло мало, конечно. Сейчас будем пробовать. Еще он выдавит тебя в воздух, пускай поиграется. Все, открылся. Давай, close. Эк, давай. Ставьте лайк и подписывайтесь. Мазать надо ВДшкой. Ну, можно ВДшкой, можно. Не, лучше ВДшкой. Да. Также здесь. Мотор успешно поменен. Все, окей. Ставьте лайк, не забывайте. Все, подписывайтесь.